Всем привет! Хочу записать отзыв о работе с Михаилом Пайкиным. Пока, честно скажу, выразить это все словами очень сложно, потому что это чувства. Они пока не облекаются в форму слов, но это такие чувства, которые я забыла, которые я давно хочу вспомнить, но вот я не могла это сделать, потому что меня переполняли негативные какие-то моменты. И хочу сказать, что мы прошли с Михаилом две ступени пока. И уже сейчас, уже на этом этапе, я вспоминаю те чувства, которые я хочу вспомнить. Я возвращаюсь туда, куда я хочу вернуться. Я чувствую себя той, которой я хочу быть. Может быть, я непонятно говорю, я не знаю. Просто хочу сказать, что Михаил большой профессионал, что он действительно человек, гениальный, может быть, даже, потому что он не просто чему-то учит, да? Учений сейчас очень много, и я сама такая научная уже, у меня полная голова этих учений, а что с ними делать, я не знаю. Михаил как-то вот практику сразу, да, он сразу дает какие-то такие моменты тебе, которые ты сразу вот понимаешь, прочувствуешь, и ты меняешься, да? А когда мы меняемся, меняется и мир вокруг. И какие-то изменения у меня уже есть. Уже есть. Поэтому я могу совершенно уверенно сказать, Михаил, я благодарю тебя. Я очень рада, что мы с тобой работаем. И я хочу продолжать с тобой работать. И я теперь смотрю все твои видео, потому что они тоже очень глубокомысленные и правильные. Но смотреть видео – этого очень мало. Нужно практиковать. И Михаил как раз это делает. Поэтому, девочки, все на обучение к Михаилу, проходите все ступени. Я представляю, что будет после прохода всех 7 ступеней, если сейчас уже у меня есть результаты. Все, всем спасибо. И большое спасибо, Михаил.